Приветствую вас на моем канале. В этом видео я покажу и расскажу вам о внешнем устройстве видеозахвата, которое я купил у китайцев. Так, это устройство поддерживает USB 3.0. Основные, скорее всего, его характеристики. Что здесь написано? Что он может... Это устройство может работать в режиме Full HD под разные операционные системы, используя современное и бесплатное программное обеспечение для потоковой передачи видео, в том числе трансляция на YouTube. Так, вот смотрим, что из себя представляет это устройство. Такое, оно очень легкое, где-то граммов 100. HDMI выход, HDMI вход. Вот устройство такое. И это вход USB 3.0. Так, устройство один. И что к устройству идет еще в комплект? USB 3.0 кабель. Ключик запаянный. В чем особенность этого, именно вот этого вот кабеля? Я не знаю, как китайцы решили изготавливать именно такой вот разъем. Я считаю, это не совсем правильно. Потому что, предположим, у меня все винчестеры и все-все-все подключается на обычно вот такой вот разъем. И третье, что есть, это инструкция. Сейчас я проверю его работоспособность. Один конец провода подключаю к разъему USB 3.0 на компьютере. Второй конец USB провода подключаю к устройству захвата. Компьютер автоматически распознает это устройство как FHD Capture. Подключаю HDMI кабель к разъему вход. Другой конец провода, это в моем случае мини-HDMI, подключаю к фотоаппарату. Вот получается такое подключение в целом. Запускаю бесплатную программу OBS и добавляю новое устройство. Называю его, например, HDMI Capture Device. Из списка выбираю это устройство FHD Capture. Меняю стандартные настройки на пользовательские и выбираю режим 1920 на 1080. Включаю фотоаппарат, и программа получает от него сигнал в течение 3-5 секунд. При повороте фотоаппарата изображение передается плавно, без рывков и задержек.
Также можно изображение вывести на полный экран. Изначально область экрана фотоаппарата была скрыта за окном, но при изменении масштаба и позиции я окно размещу в центре экрана. Далее это окно я переношу в область трансляции. Готово. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Задавайте вопросы в комментариях.